В субботу, 30 ноября, в ДК «Современник» пройдет ярмарка здоровья для ангарской молодежи. Об этом накануне сообщили на пресс-конференции. С 10 утра и до 13 часов дня можно будет получить консультацию узких специалистов. Цель мероприятия – профилактика венерических заболеваний и вредных привычек среди подростков. У нас будет акция «Поменяй сигаретку на конфетку». Будет акция «Забей», направленная на профилактику алкоголизма. И будет мини-опрос по контрацепции, который будет проводить уролог и гинеколог нашей клиники. Ну, что-нибудь еще интересное придумаем. Приходите. Любую консультацию или ответ на интересующий вопрос юноши и девушки могут получить анонимно.